Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 445А. Вычислите. Первое. 3 умноженное на 5 во второй степени минус 5 умноженное на 3 во второй степени. И все это надо возвести во вторую степень. Давайте вычислять. Итак, 3 умноженное 5 во второй степени, это значит 5 умножить на 5, 25. Минус 5 умноженное 3 во второй степени, это 3 умножить на 3, 9. И все это во вторую степень надо возвести будет. Умножаем 3 умножить на 25, это 75. Минус 5 умножить на 9, это 45. И эту разность надо возвести во вторую степень. 75 минус 45, это будет 30. А 30 во второй степени, это 30 умножить на 30, это будет 900. Б. 100 отнять. 6 умноженное на 2 в третьей степени. И минус 3 в третьей степени. Делаем по порядку. Итак, 100 минус 6 умноженное 2 в третьей степени. Это 2 умножить на 2 умножить на 2. То есть 3 раза умножить 2 на само себя. Это 8. Минус 3 в третьей степени. Это 3 умножить на 3 умножить на 3. Это 27. Получаем 100 минус 6 умножить на 8 – 48. И отнять 27. 100 минус 48 будет 52. 52 отнять 27. Мы получим 25. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.